Гарапполо. Менелон. Грант. Вот опять. Да, как шайба ходит. И оказывается в воротах в конечном итоге. Но назревал же гол, да? Они вот сейчас, это карусель длинная. Позиционная атака. Видимо, насколько здорово шайба перемещается, насколько быстро перемещаются игроки, насколько качественно открываются друг под друга. Ну и на этот раз Ландер проигрывает собственный пятачок, не успевает за Майналайненом, а и тот направляет шайбу в ворот. Со второй попытки. С первой-то Лазушин справился, а Лехтонен ему бросал в щитки, на самом деле, чтобы шайба отскочила.